Наша цел, тема Перкея Вот. Тут сказано, что каждый день раздается батколь. Эхо выходит из горы Хорев, вместо горы Синай. Что, ой, со творением, которое из-за обиды Торы, это, естественно, переплетается с недельной главой, где мы будем читать, мы читаем, будем читать получение тайны горы Синай. И я хочу коснуться одной очень важной детали, которую мы часто не чувствуем, не понимаем, не знаем. Мы там уже, я думаю, говорили об этом перед Шавот, потом еще раз. Есть основа Торы – это принятие на себя Торы. То есть то, что наши предки сказали, и наши души вместе с ними, перед горой Синай, на Севнишма, сделаем, и будем внимать, слушать. То есть это принятие на себя Торы, это основа всего. Тору надо изучать, надо исполнять. Но слово всего тоже называется в нашем святом языке Кабала Сатойра, принятие на себя Торы. И то, что называется Мамад Гар Синай, Синайское откровение, имеется в виду именно принятие на себя Торы, когда наш народ был готов принять на себя, тогда нам Всевышний даровал. И, скажем так, понятие «Альбойна шел Тойру», «Обида Торы» – это нечто противоположное принятию на себя. Хочу эту вещь немножко объяснить. Принятие Торы для нас, это значит, мы удостоились величайшего дара Творца. Он оздарил нам возможность постичь и приобщиться к его божественному разуму, к его воле, прилепиться к этой воле и исполнить ее. Это мы это не делаем. То есть это совсем противоположно принятию Торы. Тора принимается значит, принятие как божественная мудрость, то, что нас обязывает, то, что мы должны изучать, внимать, исполнять. Если для нас это уже что-то, что не стоит этим заниматься, то это противоречит принятию Торы. О этих вещах надо говорить особенно на этой неделе, потому что мы уже говорили уже не раз, это слова Рабби Цадока Коэна, что каждая неделя, когда мы читаем недельную главу, это то время, когда свет этой главы, он заново раскрывается в мире. Поэтому мы сейчас находимся в неделю получения Тора. А еще тут здесь несколько аспектов, которые очень актуальны. И у меня они тоже органически вплетаются в понятие «Альбойна Шелтойр». Ну, был просто один, даже не пример, а очень существенный. Мы говорим каждый день по утрам «Талмиды хахомим марбим шалом баулам». Мудрецы Торы, они буквально увеличивают мир в этом мире. Почему это так? В чем суть это? Всего в двух словах. Говорит Рамбам в конце Лахот Ханука,
следующие слова. Вся Тора дана ради мира. Я еще драму это взял. Что сказано, даркея, даркея ноем, и пути приятные, в кольнете вот это шалом, все пути – это мир. Вся Тора дана ради, что значит мир? Это вещь более глубокая, что же поймем слово «мир». Это ради гармонии всего творения, чтобы каждая часть творения была на своем месте, помогала друг другу, участвовала в едином, единой симфонии Творцу и раскрытии его воли в этом мире. Так в этом смысле, безусловно, Талмид Хохем, мудрец Торы, который распространяет, когда исполняет, изучает. Это причина, чтобы это замысел Торы, чтобы придающий к миру, когда все садится на место, осуществлялось. Есть, к сожалению, ситуация, когда Тора к этому не приводит. Это очень тяжкая вещь. Если вдуматься в это то, что было во время второго храма. Говорится Масехет Юма на 9 листе, что первым храмом разрушили то, что было это поклонство, разврат и кровопролитие. А в втором храме занимались Торы, занимались добрыми делами, как будто Хасадым. Когда еще не хватало бы. Тора, Хесед. Сказано следующая вещь. Синат хинам, беспричинная ненависть. Что такое беспричинная ненависть? Это совместимо вместе с понятием, что вся Тора дана нам, чтобы сотворить мир. То есть, еще есть одна вещь. Говорится в Талмуде, в других местах, что почему был разрушен храм, что из-за оставления Тор. Казалось бы, когда говорит нам Гемара, что во время второго храма была и Тора, и было добродеяние, имеется в виду не второй храм, а первый храм. Да, это самое простое понимание. Но мы реально видели, что это понимают, что эти слова пророка, они вечные. Когда говорят, что «Альма вдали за вам Тора Ци, почему пропала земля?» Что оставили мой Тора, сказал Всевышний. Это вещь истинная даже так же во втором храме. Но опять на другой стороне сказано, что Торой тогда занимались. Но тут и тут и загвоздка, что это не та Тора. Есть Тора, которая приводит к миру. Тора, это сказано, что это там это хоми марвим шалом болам, там это Тора, где еще мир в мире. А если есть искажение Тора такое, что Тора не приходит никакого миру. Не приходит никакого миру. Так это, сказать, мы знакомы, это не та Тора. Не та Тора. То есть об этом можно вести слово сказать пророка, «Альма вдарец, почему пропала земля, а назвама Тораци, что Сталин сказал Всевышнему и Тору». Что такое Тора Всевышнего? Это та Тора, которая приводит к миру, та Тора, которая приводит, что каждый находится в своем месте, когда нет раздоров. Вот если в этом мире есть и то, и другое, это не действительно раздор Лашем Шамаим, ради небес, то получается, что даже Торой мы занимаемся, но так она не приводит к миру, то у нас это, мы как бы лишаем Торы, которым мы занимаемся, его величия. Величие Торы, что она приводит к миру и к многим другим достоинствам другим. Поэтому для нас чрезвычайно важно, когда мы говорим сейчас о получении Торы заново, в чтении Торы в этой неделе, сейчас на чтении Торы в Шаббат, это действительно, что наша Тора вплеталась в любовь к миру,
буквально навпліталось слово сказане Б'якивою, «Текла гадуголь батойра в автерах камоха». Приближу сквозь себя, это причина мира. А если у нас Тора, она как идет вразрез, она приводит не к миру, а к раздорам. Там, надо понять, культуру мы учим. Может быть, Тора-то не так. Есть, если можно, мы еще говорим об аспекте, когда человек занимается Торой, он занимается не так, как и надо, с дурным намерением, то это само использование Торы для этих намерений, это само по себе отбойный филтойр. Можем пойти на несколько примеров. Первый пример, он касается разрушения первого храма. Об этом пишет Бах в Алахот Талмуд, в Беркат ха-Тора. Следующую вещь. Замысел Торы, замысел Всевышнего в Торе, чтобы посредством чьей Торы мы спустили шхину в этот мир. Это замысел Торы. Занимайся их. Если Тора, она не изучается ради этого, не прилипается к Всевышнему, то это само по себе отбойный шелтойр. Он занимается Тора не так, как надо. И то, что мы говорили сегодня, это достоинство, что Тора дана нам, чтобы привести весь мир к исправлению. То есть это то, что объединяет. Тора построена на нашем объединении, как сказано, в Ханес Ваканегадагарше, видишь, строили, как единый человек стали, допустим, Гречина Блуши Тору. И она должна привести к объединению. Это же говорится, там это Хахомим, вот это Тора приводит к миру в нашем мире. Так вот, если для нас Тора таким не является, мы заставляем себя заниматься Торой, и с этим заниматься, участвовать в каких-то раздорах. Это тоже одно из проявлений альбойна шелтойр, принижение обиды Торы. Хочу просто повторить, это по большому счету, это... Есть порядок в этих брайтах. Первая брайта, она касается вся теми великих достоинств, включая Тору ради нее самой. А первая брайта здесь приводится как брайта сам по себе. То есть Тора, изучаемая лишма ради нее самой, мы объясняли это немногократно, ради собой означает, что изучает Тору ради того, что Всевышний хочет, чтобы мы получили и воплотили в жизнь этой Торы. Это есть истинное почитание величия Торы, отношение к ней как раскрытие воли Творца. Если же мы Тору так не изучаем, мы не ищем в Торе воплотить раскрыть мир волю Творца. То это тоже по самому по себе, это альбойный шелтой. Все те, кто очень легко может понять вообще, понять смысл, замысел того, что он делает. Что он не понимает достоинства того, что он делает. Короче говоря, нам надо, мы сейчас приближаемся к Шаббату. Шаббату, когда будем слышать, Примечание Торы, Мамад Гар Синай, Синайское откровение. Вообще говорится в книге Зоар, что чтение Торы, оно подобно получению Торы.
там каждый человек, который читает, который следит за ним, вызывает тех, кто поднимается к Торе, они имеют параллель, ну, как принимают Тору. Но. Так нам надо в этой неделе как-то пробудить себя, проснуться, прочувствовать смысл Торы, который нам дана, замысел ее. И принять на себя, исполнить этот замысел. Это самое, кроме, может быть, Шавуот, это самое важное время в году, когда связывает нас с получением Торы. Это наша глава Итро. И поэтому, когда мы говорим сейчас, будем слушать Шаббат, 10 речений, есть квинтэссенция получения Торы нашим народом, и после этого тоже. Нам надо иметь в виду, чтобы принимать себя Тору заново. На большем уровне, чем раньше. Потому что, в принципе, слава Богу, в нашем поколении легко расти в Торе, сравнительно.